2022 год в Азербайджане объявлен годом города Шуша, в рамках которого проводится ряд мероприятий. К примеру, с начала этого года с целью популяризации богатого культурного наследия города, отмечающего свое 270-летие, осуществляется проект под названием «Жемчужины шушинской культуры». Очередным проектом в рамках года культурной столицы стал проект «Разговоры о Шуше». Данная инициатива ставит перед собой цель изучить мнение представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха. По словам министра культуры Азербайджана Анары Керимова, обсуждения будут проводиться в течение года. В этом вопросе активное участие примут представители гражданского общества. В этом году жемчужине Карабаха исполняется 270 лет. Важность Шуши обусловлена не только ее историей, но и тем, что она является колыбелью нашей культуры. В рамках проекта «Беседы о Шуше» также будут созданы условия для участия в нем граждан. Обсуждение по этому вопросу планируется провести и в Шуше. Мы хотим, чтобы в этом году в стране царила праздничная атмосфера. По словам гостей, проект позволит продвигать значимость жемчужины Карабаха города Шуша не только в Азербайджане, но и в международном пространстве. Я уверена, что проект «Беседы о Шуше» вызовет большой интерес, в частности, у деятелей искусства. К участию проекта будут приглашены представители творческой индустрии. Я очень рада видеть, как наша культурная столица вновь возрождается. За эти годы ей пришлось немало пережить от рук оккупантов. Но вместе мы вернем Шуше ее былую славу. Много интересных идей и у всемирно известного фотографа Реза Дигати, и он намерен реализовать их в Шуше. По его словам, у города Шуша есть своя неповторимая, завораживающая атмосфера. Город Шуша представляет для меня большой интерес как для фотографа, историка и архитектора. Это культурная столица Азербайджана. Я очень хотел бы создать Шуше фотошколу, ведь фотография имеет большие возможности. С ее помощью можно поддерживать связь с миром, доносить информацию. Отметим, что в рамках года города Шуша запланирован цикл мероприятий, в том числе предусмотрено проведение по всей стране, в частности в культурной столице, музыкальных фестивалей, конкурсов, выставок, встреч с представителями общественных и культурных деятелей. Первым крупным мероприятием года города Шуша станет предстоящий в мае международный фольклорный фестиваль «Хары Бюльбюль». В июле пройдут дни поэзии Вагифа, далее планируется проведение финального этапа телевизионного конкурса «Мугамы» и гала-концерт победителей конкурса. Кроме того, в течение года планируется также проведение Международного фестиваля искусств «Шуша-2022», Международного фестиваля фотографий «4 сезона города Шуша». Эльнара Алиева, Сеймур Гулиев, CBC.